Я так кайфую, пока играю. Еще чуть-чуть, я сдохну! Всем хай! С вами Юджин, и я наконец-таки вернулся из длительнейшего отпуска, который, кстати говоря, пришелся мне на пользу, потому что очень многое в голове поменялось, очень многое в голове структурировалось, и теперь я готов вернуться к вам с пачкой новых видосов и новых проектов, о которых я уже, кстати, говорил недавно в разговорном видео. Вы все его смотрели, и многие писали, что очень вдохновились даже тем, что я там говорил, и я очень этому рад. Ладненько, сегодня мы с вами играем... Вы уже видите, во что мы играем, но я скажу небольшое предисловие. Я долго думал, о чем я думал долго. О том, с чего начать, с какой игры начать новый поток видосов. И, блин, столько вариантов перебирал у себя в голове, и вдруг мне просто в итоге подарили ключ раннего доступа Little Nightmares 2. И поэтому именно сегодня мы будем с вами в нее играть. Я, черт возьми, в таком предвкушении, я даже не заходил еще в эту игру, мы только с вами поиграли недавно в демо Little Nightmares 2. Сейчас мы узнаем, что нам преподнесет эта игра. Я взял средний слот, мне кажется, это самое. Это не лево и не право, это посерединочке. Это вот все, чем я являюсь, все, что я олицетворяю я. Это баланс между черным и белым, между левым и правым, между высоким и низким. Сейчас я подставлю микрофончик себе поудобнее. Может покряхтеть, потрещать. Вы, пожалуйста, не обессудьте, не серчайте на меня. Я давно не сидел за компом, давно не играл ни во что, давно не записывал видосы для вас. Наливайте себе вкусные напитки. Я вот колу пью. И приступаем. Интересно, эта игра будет приквелом или продолжением? Или сиквелом к первой игре? А, погодите. Мы уже играем. Мы здесь, по-моему, начинали в прошлый раз, когда играли в демку. Так, смотрите. Слышите? А, это мы, да, кричим. Это мы подбираем. Это мы швыряем. И это же мы прыгаем. А как юзать? Потом узнаем. И теперь, как бежать? Самое главное. На X бежать. Я играю с контроллера. Мне что-то вот как-то полюбилось играть в эту игру с контроллера. Есть какие-то игры, которые прям очень круто играть именно с ним. Давайте ускоряемся. Оп! Просрали тут же. Ну ладно. Собственно, сейчас ничего нового мы не увидим, я думаю. Это прям как в демо. Просто бежим вперед. Спидран начинается с Little Nightmares. Стоп. А, да, здесь надо просто залезть вот сюда. Давай, хватай. Хватай. А как схватить-то? Удерживайте RT. И используйте L. Все, я понял. Окей. Окей. А как присесть? LT. Все. RT хвататься, LT приседать. Давай, ускоряйся, мой мальчик. Я не знаю, кстати, кто это. Я уже видел в интернете, как-то его называли, но я забыл. Я забыл просто. А вот она. Вот она, та самая ловушка. Там у нас сейчас, насколько я помню, еще будет поле с капканами медвежьими. Все, давайте бежать. Бежать, у нас спидран. Не забываем про это. Оп. Живы. Тут же мы можем разбиться, насколько я помню. Вот. Вот она. А мы просто перепрыгнем. Мы ко всему готовы. Эта игра ничем уже не сможет нас удивить. Однако, как я говорил в прошлый раз, эта игра, она так сделана, ее концепция такая прикольная, универсальная, что мы можем придумывать просто бесконечное количество разных историй, разных персонажей, разных монстров. И всегда будет интересно играть. Мне вообще нравится вот этот стиль. Я еще полюбил его, вот именно вот как игра расположена, камера расположена и так далее. Я еще со времен Лимбо полюбил этот стиль. И это, знаете, как называется, считается ли это каким-то жанром или нет? Когда вы... Мать! Бежим! То есть... Да-да-да-да-да, я помню, я сидел это на грани. Короче, это так... Ни хрена себе. Как так я сдох? В чем прикол? Короче, это стиль, все, я нажал, все, бегом, 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 детка. Давай. Прыжок.
Вот сейчас как-то получилось хорошо. Я не знаю, почему он не бежал до этого. Ну, фиг с ним. В общем, этот жанр или подвид квестов, который называется, или точнее, не называется, описывается как: ты сначала обязательно ошибешься и сдохнешь, и только потом поймешь, что делать. Ага. Нам здесь каким-то образом надо забраться наверх. С помощью бревна, разумеется. И прыжок. Кстати, виселица только что сейчас заметил. Так, оно будет подниматься. Что-то не припомню, было ли это в демке. По-моему, было. Кстати, заметили, как холодно стало на улице? Вот особенно, я не знаю, как в других городах, я не смотрел. Но в Москве сейчас пипец как. Что я делаю? Они пытались меня надурить. Здесь игра хотела, чтобы я ошибся и просто прыгнул. Прыжок веры совершил. Это была бы грубая ошибка. Так вот, сейчас такой холод, что я не могу. Я выхожу каждый раз на улицу и обязательно потом испытываю такое чувство, как будто горло, знаете, першит. Или насморк начинается. У меня сейчас нос заложен. Немножко гундоси, возможно. Поэтому не серчайте на меня. О. Сейчас мы с вами вызволим шестую. Так, да. Я помню это место. Бросай. Ну как-то хреново бросил, мальчик мой. Кидай сильнее. Ладно, ну два тапка, я думаю, вполне себе достаточно. Вообще, нужно это делать? Вот. Нужно по-любому, да, иначе бы мы не запрыгнули просто. Так-то я помню, что было. На нас там чувак потом нападет, охотник. И, кстати, да, вот сейчас... Если вы не смотрели прохождение моей первой части Little Nightmares, то вот срочно обязательно это сделайте. Это очень крутое прохождение. Я так кайфую, пока играю. И столько прекрасных мыслей говорю. Я надеюсь, эта игра тоже будет будоражить во мне воображение. Будет толкать на интересные мысли. Итак. Иди сюда, палка. Мне нужно с тобой вот что сделать. Прости, палка. Уи! Итак. Ну, давай проверять. Нормуль. Офигеть. Шишка. Бросок. Так, есть. Ух, нифига. Прям они повсюду здесь. Идем. Вот, путь расчищен. Кстати, да, мы не можем прыгать, когда предметы у нас в руках. Давай, разгон. А, нельзя. Ну, здесь просто тупо прыжок. Ой, мама. Наверх. И, кстати, не видел анимации, если вот мы попадаем в капкан, как это выглядит. Нас разрывает напополам или что происходит? Все, мы, кажется, пришли к дому. Да. Сейчас мы вызволим шестую. И как-то я пока не вижу связи между первой и второй частью. Может быть, реально это приквел всего лишь? И потом только мы окажемся на корабле. Я, кстати, не помню, как первая часть начиналась. Мы играли за шестую, но что там конкретно мы видели, я не помню. Я хочу уже быстрее этот эпизод пройти, чтобы посмотреть, что будет дальше. Так, заходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, клубок здесь лежит. В принципе, ничего... Ага, топор. Вон она. Она играет главную тему. Вот он. И давай! Есть. Не понятно, почему все такие большие вокруг? Почему мы в мире каких-то таких гигантов?
У нас нет времени об этом думать. Нам нужно просто спасти ее. Но мы прям целенаправленно шли, это очевидно. Привет. Не бойся. Да, на мне пакет. Поверь мне, ты бы испугалась гораздо больше, если бы пакета не было. Опа. Так. 4, 8, 12, 16, 20, 23... Короче, не буду считать, там дофига, почти месяц она сидела здесь, походу. Если это она чертила, отмечала дни. Бегом, бегом, бегом. Стой, 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 стой. Хотя ладно, я помню, что там будет, поэтому ничего страшного. Беги. Про это я что-то подзабыл. Смотрите, какой глаз у мальчика. Стоп. Мало ли бы они дернулись. Но это, скорее всего, тот маньяк-охотник, который нас здесь запер. Тихо, тихо, тихо. Все, я свой, я свой. Скорее всего, просто сделал эту семью. Типа, у него есть семья. Да, 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 я должен тебя подсадить, я знаю. А ты меня подсадишь. Угу. Вместе мы сила. О, бегом быстрее. Проснулась, тварь. Быстрей. Ты идешь? Она идет? Да. Ну-ка, мы можем толкнуть этот ящик? Да. Все, достаточно. Достаточно. Да, нам теперь нужно найти эту палку какую-то. Подсади меня. О, вон она сидит, да. Что-то не так. Мы что-то не можем. Мы не можем его вытащить почему-то. Эй. Мог бы как-то по-другому схватиться. А, вот. Теперь стало работать. Да-да, оторвали руку. Охотник слышит же. Он же слышит, что мы здесь, наверху, на чердаке. Почему он не идет к нам? Может быть, он не слышит? Ау. Так, кто будет у нас делать? Ага, ты будешь делать. Я тебя понял. Стоп. Все. Я цеп... Ну, цеп... Есть. Давай. Оп. Есть! Кстати, впервые мы предмет положили куда-то к себе в инвентарь. А теперь куда? А! Блин, эти тела в мешках висят. Просто омерзительно выглядят. Давай, аккуратнее сползаем. Кстати, а что здесь есть? Ничего. Ну что, сейчас будет погоня. В принципе, мы очень быстро прошли эту часть. Так, вот следы мы видим.
Сейчас он с туалета выйдет, да? Или откуда он там выйдет? Так, здесь надо быстренько подвинуть этот ящик. Давай сюда, иди сюда. То есть, очевидно, здесь нам что-то еще не показали. Какую-то часть, какой-то фрагмент пропущен истории. Мы должны еще будем узнать, как шестая оказалась в плену. Кто мы такие? Тихо. Кто мы такие? Вот мы и застали этого чувака за своим хобби. А что плохого в том, что у человека есть хобби? И кто вправе судить? Согласны вы или нет? Я нет. Давай. Просто... Открой дверь, пожалуйста. Нет? А как? Как открыть-то? А, вот. Не, тихо! Все, 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 мы в дерьмину. Мы в дерьмину! Бегом! О, блин! За ящик! А! Здесь, 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 здесь. Евгений помнит. Евгений пережил же все это. А! Но все равно так нервозно. Давай, давай. Сели. В чем прикол? Он сам как будто бы из... Он как будто сам плюшевый. У него всего одна дырка в этом мешке. Все, он скрылся. Идем. Идем, шестая, не бойся. Я уже все знаю. Уже мутил это. Значит, птичка летит, и мы такие хоп. Ах. Ах, как это круто выглядит. Так, дальше. У этой игры еще прям режиссура великолепная. Мне прям очень нравится, как все здесь сделано. Как преподносятся все моменты. Тут же очень много в геймплее, на геймплее завязано. Мне всегда нравится, когда игры пользуются именно геймплеем, чтобы какие-то чувства донести до игрока. Ой, блин. Спасибо тебе, трава. Так, быстро! Быстро! Есть! Фу! Все. Тихо-тихо, он сейчас туда дуло засунет и выстрелит. Да, я так и знал. Все. И вот здесь игра закончилась в тот раз. Вот теперь начинаются сюрпризы. Вот теперь я не знаю, что меня ждет. Я сейчас буду подыхать тысячу раз. Смотрите, он показывает мне рукой, типа, так, Евгений, замолчи. Нет, это мои летсплеи, буду болтать сколько захочу. Пошел ты, бич. Я вообще тебя не знаю. Вот шестая может меня затыкать, она моя родная. Окей. Судя по всему, здесь нам нужно как-то взаимодействовать, да, друг с другом? Или я один? Ага. Так. Какие у тебя предложения на мой счет? Чтобы позвать, надо Y нажать, да? Эй! Эй, слышь? Делай! Да ладно. Ну ладно. Ну да ладно. Воу! Прикиньте, вот так по-настоящему прыгать и полагаться на то, что человек, который на той стороне тебя ждет, тебя действительно выдержит. У него хватит сил тебя удержать. Да и что вообще вы, в принципе, сможете ухватиться. Давай просто в клетку, короче.
Нам не суждено победить. Смотрите, там кто-то сидит. Там кто-то есть. Или там труп какой-то в каске. Ой. Оп. Ау. Не получилось? Еще раз. Так, давай, вверх. Не понимаю, почему он странно прыгает как-то. Сейчас, еще разок. Надо проверить кое-что. Сейчас я попробую нажать прям строго влево и прыжок. Во! Ох! Ох, немножко, да, потрясывается, но бывает такое, ничего страшного. Ага. Воу! Евгений сразу понял. Так, капюшон. Это твоя униформа, детка. Иди сюда. Надевайте собранный головной убор в меню паузы. А, нет, это не это для меня. Меню паузы. Кстати, я там какой-то головной убор пропустил. Не, знаете, я вот люблю классические головные уборы, и вот эти кастомизации не совсем моя тема. Потому что мне нравится вот именно по сюжету как бы. Вот это такой персонаж, я готов его принять таким, какой он есть. Не совсем, потому что он в пакете. Какой он есть, я пока не знаю. Нет! Нет! Стой! Он же... Это же он, ты же не видишь? Мать! Ты что творишь? Ладно, ты смелая, я тоже буду. Тихо, 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 тихо. Fuck! Fuck me! А! Ползи! Ползи, детка! А! Все, убьет меня нафиг, да. Что-то я растерялся и прыгнул в итоге. Надо было выше ползти. Так, я здесь. Ой, сон плохой приснился. Как будто меня пристрелили, но этого не было. Я знаю, что этого точно не было. Тихо, 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 тихо. Все. Надо было просто бежать. Но он бы меня убил. Тихо. Оп. Ползем вверх. Да, здесь он меня не застрелит. Потому что здесь телек. А. Нет, 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 нет. Еще чуть-чуть, я сдохну. Все, я жив. Да-да-да-да-да. Да-да. Нет, тяни меня вверх. Блин, как жестко. Блин, такое ощущение, как будто у нее инстинкт самосохранения лучше развит. Она прям бежит и долго не думает, в отличие от меня. А, да, прыгаем просто. Сюда, 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 сюда. Все, мы утонули, забей. О, мы еще можем вот так сделать. Смотрите, мы прям все в грязи. Так. Нифига. Хорошо, экономим тогда дыхание. Нам нужно воздуха побольше. Как только он повернется, мы нырнем. Он не повернулся. Но это потом, наверное, будет, эта механика. Вот сейчас, например. Так, хорошо, идем. И... Нет! Сволочь. Надо заранее. Я думал, мне хватит там секундочки, он будет такой сомневаться. Но нет. Ладно. Тихо, 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 тихо. Идем, идем, идем. Сейчас будет. Ныряй. Хорош. Нет! Попал по мне. Я не ожидал, что он снова повернет. Ах, хитрожопая игра. Ну-ка, могу прыгнуть? Нет, прыгать здесь тоже не могу. Оп. Понятно, тут вообще ошибок не прощают. Смотрите, а что это за сердечко? Это вообще разумно то, что я сейчас делаю? Может быть, он уйдет? Ты уйдешь в сторону? Mm.
Все. Вот оно. Мы должны просто пройти по дну. Не утонуть? Слышал эту агонию. Эту жажду воздуха. Давай выходим аккуратненько. Тихо. Сраные птицы. Предательские птицы. Тихо. Побежали. Я вообще не знаю, стоит ли торопиться. Давай. Есть. Дальше. Пока он релодится, у нас есть возможность. Ага. Быстро в сельский сортир. Быстро. Есть, выжили. Закрывай матч. Закрывай матч. Ружье. You're gonna die. Бери. Давай, я на курок жму, ты целься. Как? Господи, как это охренительно. О! Это чувство, которое сейчас испытал. Хотелось прямо сказать. Swallow this. Да, вот что хотел сказать. Проглоти-ка вот это. О, слышите? Уши заложило. И сейчас мы, получается, на двери будем плыть, да? Прям как в Титанике. Только на этот раз у обоих, для обоих нашлось место. Кайфую от игры, просто прям кайфую от нее. Такая она клевая. Ну, мы прям, кажется, в море, да, отплыли. Там что, фабрика по производству телеков утонула или что? Что, откуда все телеки эти? Ну и сейчас мы, кажется, увидим какой-то корабль. Нет! Город! Что они делают? Почему? Дома? Дома двигались? Они только что двигались? Они двигаются? Они склоняются над нами? Что за инсепшн? Это живой город как будто бы, да? Город перестал двигаться. Как будто бы он не хотел, чтобы мы видели. Он спалился. Так, друзья, на этом мы сделаем паузу. Огромное всем спасибо, что смотрели. Мы продолжим в следующий раз очень скоро. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, лайкайте, если вам понравилось это видео. И смотрите предыдущее прохождение, чтобы... Вот если вы впервые видите эту игру, то смотрите предыдущее прохождение. На него плейлист будет в описании. И чтобы вот, ну как бы, в атмосферу войти, как вот сейчас. Как я сейчас вошел снова, вспоминая ту игру. И вот готовясь уже полностью поглотить вот эту...
Короче, друзья, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте доску своими, не забывайте про мои соцсети, они все будут в описании. Также мой Телеграм, Инстаграм, все ВК будет группа. Не забывайте про мой сайт комиксов, вот здесь вы видите, прям можно перейти прямо на сайт, где я, собственно, комикс выпускаю, для тех, кто не знает, конечно же. Скоро будет второй номер, очень скоро будет релизиться. Я также буду выпускать печатную версию эксклюзивную для всех, кто хочет поддержать проект. И также он будет доступен бесплатно в нашей эксклюзивной читалке. И также будет скоро пополнение новой коллекции мерча будет. Все для вас, друзья. Заходите и увидимся в следующем видосе. С вами был Юджин и всем пять!